Всем привет, друзья, с вами Механик, и сегодня я играю в КРМП на сервере Amazing RP, третий сервер, ссылочка на него находится в описании под роликом. Также там вы найдете все ссылочки на соцсети, заходите и подписывайтесь. Черт, в меня тут копы стреляли, хотели что-то со мной сделать. А сегодня у нас, прямо по вашим просьбам, так как вы писали в комментариях, что вам было бы интересно увидеть тюнинг копьи, я и купил копью, смотрите, она уже покрашена в розовый цвет, и, ну, вы понимаете, почему в розовый, потому что копья, черт возьми, это лучшая тачка для того, чтобы сделать из нее настоящую боевую классику. Как видите, она уже... Черт, звук какой-то странный у нее был. Какой-то странный звук у копьи, как будто у нее движок пробило. Так, смотрите, надо аккуратней ехать, ну его нафиг. Не хочу повредить... Чего это за хрень вообще творится? Посмотрите просто. Они все с ума посходили. Просто посходили все нахрен с ума. Итак, копья у нас на московских номерах. Выглядит очень-очень свежо, кстати. Очень свежо выглядит машинка. И прямо сейчас я еду в тюнинг, чтобы ее немножечко зарядить. Да что ж ты, ублюдок, делаешь, а? Говнатый кусок. Купился душманский Мерседес, и что-то тут из себя строит, а? Что за люди, не понимаю. Ладно, это в любом случае не помешает нам сегодня... Ебана мать, что это такое творится? Охренеть, просто все с ума посходили, просто посходили все с ума. Фух. Да, кстати, ребят, давайте наберем 5 лайков под этим видосом. 5 лайков, мотивационные 5 лайков. И чуть не забыл, ник мой... Мой ник есть в описании под этим роликом, который вы можете указать при регистрации, если вы еще не играете на этом сервере. И тогда мы получим небольшой бонус. Едет, даже не могу проверить, сколько она едет, но вот 85 сейчас видел, то есть она явно быстрее моей предыдущей тачки. И как мне... Да. Да какого ж, мать твою, хрена, а? Пошел в жопу, ублюдок. Блин, вы видели? Красно-макосинник просто... Я не понимаю, все посходили с ума. У всех какие-то обострения, что ли, начались. Я не знаю, что там... Психушки переполнены, что ли же. Ребят, вы напишите в комментариях, что происходит, какого хрена тут творится. Я не заходил пару дней, и тут просто зашел и вообще охренел. Что это? Что вообще? А копья-то валит, смотри. 113... 115, нифига себе. 115, походу, максималочка. Ну ничего, мы проверим. Обязательно сделаем замер ускорения с нитрицой и без нитрица после того, как я затюнингую тачку. Потому что, ну, так проверять смысла нет. Так что, ребят, смотрите обязательно до теста. Опять будем вместе с вами считать. Теперь у нас уже будет две строки. Это с нитро ускорение и без нитро. Я думаю, вам должно понравиться. Плюс десочки какие-нибудь выберем. Такие поинтереснее что-нибудь, чтобы было. Ну, тачка приятно, кстати, идет бочком. Вот прям вот можно ее так вот пустить в занос. По-моему, очень-очень хорошая машина. Мне нравится, реально. Мне и в жизни, как бы, копья нравится, и... Да. Лол. Лол какой-то здесь просто что-то невероятное. Мне надо машину срочно закрыть. Так, лок один. Вот так вот я ее срочно закрываю, потому что ну его нафиг. Охренеть, тут мужика сбили. Я не понимаю, что творится, ребят. Просто не понимаю. Но эта копья, она специально для вас. Вы просили копью. Да, кстати, можете уже начинать писать в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующей серии. Какую машинку еще протестировать. Потому что до этого были просто тесты машин. Я их не тюнинговал. Не делал никакие замеры. Мы... Просто как бы, просто ездили, катались, проверяли, как они вообще, ходовые качества. А теперь стало интересно протестировать их именно технические характеристики. Ускорение, максимальную скорость, насколько они хорошо рулятся и вот... И входят в столб, например. Блин, обидненько было, я так... Так ехал-ехал прям хорошо бочком и на тебя. Прямо в столб угодил. А вот так вот, вот, смотрите как, опа... Вообще шикоз. Кстати, повреждения у машины тоже такие достаточно интересные. То есть, как вы видите, бьется заднее стекло. Все стекла вроде как растрескиваются. Ну и выглядит это неплохо. Честно сказать, выглядит неплохо.
Я, покупая копью, думал, будет гораздо хуже, но вот я, в принципе, остался и доволен. А цвет, цвет очень шикарно на ней смотрится, вот этот цвет. Я даже сейчас отключу интерфейс, чтобы вам было лучше видно. А, нет, без интерфейса я не смогу как-то ее затюнинговать, да? Давайте пишем команду тюни. Сразу нужно починить машинку. Так, так, что мне? Закись Ашота обязательно. И диски. Так, диски, какие же поставить? Вот мне кажется, мега здесь могут неплохо. Блин, слушайте, а правда, мега здесь неплохо. Вот я прям вот как знал, мега должны круто смотреться. Я их еще проверю. Так, виртуал это что такое? Не, виртуал это не то, аксесс, по-моему. Фак, нет. Значит, виртуал. Сейчас виртуал еще проверю я, по-моему, они тоже неплохие. Не, ну слишком они какие-то не такие. Ладно, давайте я поставлю диски. Те, которые я смотрел, это были мега у нас. Так, все. В принципе, все. Так, закись Ашота включилась, но мы сейчас не будем делать, естественно, замер, потому что как мы его сделаем-то? Задним ходом нельзя же сделать замер, правильно? Ох, вот это она прет. Дуром просто прет. Так, мне нужно куда-то выехать для тестов. Аккуратней. Тут тоже не пойми, что происходит. Надо срочно выехать отсюда. Я сейчас просто выйду на трассу. Здесь, посмотрите, люди какие-то. По-моему, она стала быстрее ускоряться, вам не кажется? О, аудюшка. Слушайте, да тут гонки какие-то проходят, нифига себе. Куда-то там они что-то направляются, какие-то дела, в общем, у ребят. Ну ладно, мы не будем им мешать. Сейчас мы с вами замерим ускорение. Ускорение до соточки. Так, вот как раз у нас здесь отличное место, как по мне, так вообще замечательное. Ну что, немного надо прогреть резину. Совсем чуть-чуть. Сейчас со скорой затягаемся. Ребят, вы готовы считать? Давайте. Раз, два, три. Пошел. 38, 58, 66, 77, 83. Давай. Ну. Сотка, есть. В общем, пишите первое время. Первое время это разгон. А без нитрица. И сейчас... Сейчас я бахну с нитро. Так. Надеюсь, что она уже откатилась у меня. А в принципе, я, наверное, вот так. О, да. Раз, два, три. Пошел. Слушайте, ну прям уверенный разгон такой. Сразу 73, 89. Сотка. Очень быстро. Пишите второе время. Просто будем сравнивать. Нифига себе. Вот это просто жестяк. Вот это капидос. Вот такая вот просто красавица. Смотрите, какая тачка, а. Можно дыма попускать. Можно просто навалить. Ай, шикарная машина какая. Ребят, если вам нравится копейка, то обязательно давайте 5 лайков. Это немного. Всего лишь 5 лайков нам нужно набрать. Класс. Так, ну что, нужно еще максималочку проверить, сколько она сейчас попрет у нас. И, в принципе, на этом вот этот тюнинг-тест можно будет заканчивать. Так. Как раз там поворот будет, попробуем, как она в поворот зайдет на такой скорости, на большой. Тут вояки едут. 116, 115. Нормально. Заводись. Поехали дальше. То есть 116, 115 она едет. Максималочка. В принципе, в поворот я достаточно неплохо вошел. Вы сами все видели. Так, 116. Вот она фигачит. Еще один поворот. Неплохая управляемость у машины. Вообще хорошая тачка, если честно, удивлен я. Прям вот на самом деле очень приятно удивила машинка. По полям я, наверное, не буду ездить, потому что сейчас... Жестко сейчас админы контролируют все вот это вот нон-РП езда, езда по полям и прочее, поэтому, наверное, вот так вот финальные заносы такие вот красивенькие.
Еще раз давайте посмотрим на машинку. В общем, вот так вот она выглядит. Это красавица просто. Механику. Привет. О, сразу дай 10к. Блин. Ладно, ребят, в общем, пока я раздаю 10к. Пока я раздаю 10к и буду здесь с ребятами здороваться. Вы знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Передавайте друзьям, чтобы они тоже подписались. Смотрите мой канал. И всем пока, с вами был Механик.